Першая школа программирования дронов появится хутка у Могилеве. Яе стваральник могилевчанин Андрей Музаров. Свой проект под назвой «Дронни», дарэчы, один из Могилевшины, Андрей презентовал на буйнейшем конкурсе социальных проектов. У вынику вышел у финал и отримал грант на яе стварение и развитие. И, как признается сам Андрей, школа дронов самый буйный и перспективный из всех его дитячих социально-адукационных проектов. Завершились 4 месяца хвалевания. Вось яна перамога. Проект «Дроні» школа программирования для детей обошел амаль 1500 соперников из всей республики. По задумке автора, дякуючи этому проекту, школьники смогут отримать 3 профессии будущего – программирование, керование дронов и 3D-моделевание. Через 10 лет предстоят очень большие изменения на рынке труда. И поэтому для того, чтобы приспособить детей к будущему, и чтобы они были готовыми войти в это высокотехнологическое будущее, мы и начали наш проект. За 7 годов існавання конкурсу такого еще не было, отзначили у журы. Проект выиграл одразу у 4 номинациях, отримал поддержку от спонсоров у 16,5 тысяч рублей. Сам Андрей каже, что это его самая серьезная перемога. Я двигался шаг за шагом, степ-бай-степ, потихонечку. То есть у меня уже есть большой опыт обучения детей, поэтому это во многом все мои предыдущие проекты помогли, чтобы мы выстрелили на этом конкурсе и получили это финансирование. То есть на данный момент это, конечно, наверное, одна из самых больших побед в моей жизни. Подтримливают Андрея и семья, и учни. Разом с ним выучают одно умение за другим. Спортстекинг, кубик Рубика и вось программирование и запуск дронов. Это не просто, але цікаво, признаются в учни Андрея. У меня нету дрона, но я бы хотел себе, я бы гулял с ним, управлял, учился бы. Может быть, какой-нибудь специальный путь для него придумал. Мне кажется, то, что составлять программы, это будет сложнее, чем управлять дроном. Но интересные программы составлять? Ну, да. Программа для навучання у Андрея цалкам готовая, а атрыманыя на конкурсе грошы уже распісаны до копейки. Частка на покупку дронов, частка на 3D-принтер и, конечно, на уладкаванне помешкання. Андрей планует, что первая у Могилёве школа программирования дронов откроется у верасні. Алена Мельшчанкова, Денис Жавіна, новини региона.